Всем привет, с вами Джесс, и сегодня мы продолжаем проходить Portal 2, это спидран, быстренькое прохождение по этой игре. Ну что, продолжаем, давайте, так, остановились мы вот здесь, вышли из лифта, базарит опять что-то эта баба, комната опять, фу, огромнейшая. Так, я вижу, что будет много заданий, кубик, кстати, лежит, он вот не упадет, ну хорошо. Так. Что нам надо тут делать? Надо попробовать стакнуть эту штуку. Воу, полетели, не долетели, окей. Для этого нам нужно. Нет, никак не переградишь. Опа. Да блин! А, подождите, может быть... Ага! Воу, не долетел. Щет. Знаешь, какого? Вот еще какая-то стена. Да блин, куда ты? Нет, это что-то хитрее должно быть. А, смотрите, может... А, я понял, кажись. Сейчас мы попробуем еще раз. Опа! И за кубиком! Блин. Все-таки я долетел. Ура! Долетел, чуваки. Так, это хорошо. Но лучше бы еще было бы... Приземлиться нормально. Воу. Все. Да ну куда ж ты летишь-то, блин? Шар там хоть остался. Все, слава богу. Ух, не шаров убегает. Так, теперь дело по-другому. Сейчас должно пойти. И есть, есть. Так, сейчас мы заблокируем. Вот, другое дело. Теперь, да, вот так как-то. Да ну нет же, ё-моё. Вот так вот. Воу! Воп! Так. Хорошо, окей. Так, сюда. Так, а зачем тогда нам... А, вроде бы, кажись, вроде бы сейчас сюда мы. Так. Неужели все получилось, ребята? Вау! И мы куда-то летим, вау! Да, не зря с собой этот кубик взял. В общем, все оказалось много проще, чем я думал. Ой, фух. Оп. 11-я серия из 22. Окей. Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Что ж тут за естественный свет такой интересный? Если ты почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы. Поэтому не делай этого. Да, лучше так не делать, а то волосы загорятся. Блин, я совсем забыла. Ну так и быть. Буль. Так, и еще раз. Так, сюда этот ставим. Так, кубики. Кнопка зависла, кажись. Ну окей. Опа. Так, они падают, но это нормально. Это норма. Оп. Кто ты? Йоп. Моё. Так, взял, теперь надо... А куда вроде как? Да, правильно. А нет, стойте! Так, а ну еще раз. Опа. Вот как надо. Окей. Оп. Есть. Так, и теперь осталось дойти только сюда, и все, в принципе. Вот мы.
Прекрасно, я прошел миссию опять. Еще одну. Еще один уровень. Ого. Чувак, а ну подожди меня. Оп. Оп. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю в вестибюле. Так будущее. Не надо ламинировать ничего, слышишь, блин. Скелета, как у тебя. Блин. Прекрасно. Ну и чё двери закрылись? Чего они закрылись, а? Опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ну хорошо. Его не трогай. Сверху! Что? Я что? Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их на дверной механизм. Вырубил его. Я... О. Птица! 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 Ну ты гениален, чувак. Окей. Это, наверное, птица, да? Которая отложила яйца. Разозленная. Так, слушай, мы сбежим отсюда. Очень скоро. Обещаю, обещаю. Продолжаем. Я побеседовала с дверным сервером. Теперь он больше не оживет, так скажем. Ого. Наверное, больно было дверному серверу. Черт. О, только дело. И бульк. А, угу. Ну, а в чем проблема? Теперь надо понял. Блин! Вот это другое дело. Вот это мы сейчас пройдем. Чёртова камера. Ты следишь за мной? Сейчас мы тебя... не сломать, блин, ну ладно. Отлично. Дверь опять не за... блин. Но все равно ничего не могу вынести, обидно. Ну, патроны. Прикольно. Классно сделано, так вот эти вот камеры, как бы. Стекол нету, то есть этих, как мониторы. Мониторы, мониторы. Все, ладно, пошлите дальше. Окей. Не-не-не-не-не. Фух, отстрелялась. Бульк. Опа, не повезло. Не твой день сегодня. Ой. Чертовый, блин. Раз, минус один. Два. Да ладно, успокойся. Ну хорошо. Да блин. Бульк. Та-та-та-та-та-та! Йоу! Ой, не стреляй в меня только. Хорошо? Так, можно даже этот вот робота положить. Тю, блин, он даже не лежит. То есть, ну он как-то не стоит, то есть, ну хорошо. Прошли! Мы еще одно испытание! О, ой! Чё-то мы не туда упали, кажется. Мост обрублен. Прикольно. Окей. Окей, что тут у нас дальше? Я круглые сутки имитирую дневной свет. Либо я как уже убегаю, либо это все запланировано. Вот они стекла ставятся. Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. О, вчера был день рождения, ну спасибо. Там печка. Уай! Уай! Воу! Прикольно.
Так, надо 3 активировать, окей. Ну да. Я придумала для тебя запоздалый подарок на день рождения. Ну, глупо. Ну, спасибо за комплимент. Так, опять патроны. Прикольно сделали. А, вот как они были. Там заряжаются. Что такое механизм? Тут все мониторы есть. Все мониторы. Хоп. Вау. Так, 15 из 22. Так. Ой. Че. Дыц. А ты его что перевернул, стремы? Блин. Да. Нет, если я туда пойду, ну хорошо. Вот это так-то безопаснее будет. В смысле, вот так вот сделаем, наверное, да. Тут роботы стоят, их еще много. Так, наверное, это будет, наверное, последняя миссия, и я, наверное, пойду уже все. То есть будем заканчивать. Серьё! Чё ты смотришь? Чё? Есть. Опасно. Ну, пытка не пытка. Пригнулись. О, все, это было легко. Там роботы стоят. Давайте. Я ухожу! Быстро. Оп. Так, ух ты, новенькие роботники. Новенькие скины на роботах. Ну, я думаю, все, наверное, на этом будем уже серию нашу заканчивать. Если вы смотрите это видео абсолютно случайно, и оно вам понравилось, и хотите видеть больше таких роликов, оставляйте комментарии, ставьте большой палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Джейсон Портал 2. Всем удачи, всем пока, народ, давайте, до новых встреч!